Всем привет! С вами рубрика «Модный дайджест» и я, ее ведущий Дима Мунтян. В прошлых выпусках мы начали говорить о самых актуальных трендах этого сезона. И этот не исключение. Мы продолжаем. Мафиозные кланы Чикаго 20-х годов оставили свой след не только в истории Соединенных Штатов, но и в индустрии мировой моды. С завидной регулярностью на подиумы возвращается мода на костюмы в полоску, подтяжки и строгие пальто свободного силуэта. 2017 год не стал исключением. Дизайнеры многих домов выпустили коллекции, наполненные духом джаза, подпольных казино и сухого закона. Оверсайз не только не сдает, но и укрепляет завоеванные позиции. В 2017 году он останется одной из самых актуальных модных тенденций. Напомним, что оверсайз – это вещь, скрывающая очертания фигуры. Некоторые ошибочно полагают, что нужного эффекта можно достигнуть, покупая вещи на пару размеров больше. Это совсем не так. Оверсайз – это вещь вашего размера, но скроенная таким образом, чтобы выглядела свободной и объемной. В 2017 году дизайнеры массово представили в коллекциях мешковатые свитера и платья, а также свободные пальто и брюки, создавая актуальные расслабленные образы. Самой трендовой вещью в стиле оверсайз остается пальто. 3D-технологии являются отличительной чертой времени, в котором мы живем. Поэтому восприимчивые ко всему актуальному дизайнеры сделали 3D-декор одной из самых главных модных тенденций сезона 2017. Современные коллекции выглядят так, как будто их не шили, а распечатывали при помощи 3D-принтеров. Объемная геометрия, урбанистические пейзажи и флористические узоры создают выпуклый рисунок. Однако самым изящным решением 2017 года стало использование трехмерных рюшей. Особенно хороши платья и блузы, в которых прозрачная основа и 3D-декор. Трендовые колготки 2017 года призваны подчеркнуть изящество одной из наиболее привлекательных частей женского тела. Этот яркий тренд 2000-х уже не является символом пошлости и агрессивности. Дизайнеры укротили его с помощью сочетаний с лаконичной и сдержанной одеждой. Колготки модели демонстрируют в ансамблях со строгими пальто, юбками и платьями. Самые рискованные дома моды предложили сочетать этот тренд с шортами из плотной шерсти, мини-юбками из кожи или платьями с перфорацией. Идея, безусловно, эпатажная и требующая наличия безупречного вкуса и чувства стиля. Не спешите выбрасывать вещи из прошлых коллекций и сезонов. Как известно, мода повторяется и возвращается. И кто знает, возможно, ваши старые вещи в следующем сезоне станут как никогда актуальными. Этот сезон полон сюрпризов. В нем найдут себя даже самые сдержанные модницы. Следи за нашими следующими выпусками и оставайся сильной. Вместе с ТВ5.